Вже півроку, як Україна у статусі учасниці конвенції про процедуру спільного транзиту доєдналась до електронної митної системи. У неї входять 36 країн, серед яких всі держави ЄС. Що це нам дає? Наскільки простіше стало працювати митникам і коли чекати на е-митницю? Про це ми поговоримо з міжнародним експертом з питань митниці програми ЄС з підтримки управління державними фінансами, заступником гендиректора Литовської митниці у 2016-2019 роках Вітянісом Алішаускасом. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Раді говорити сьогодні про рух України до Євросоюзу. Отже, перше і одразу перше питання – це перші результати від членства України у Конвенції про процедуру спільного транзиту. Поділіться ними. Действительно, очень большое достижение, и, конечно, надо отметить, что конвенция – это не единственная сфера, но есть очень много и других изменений таможенного кодекса, которые очень хорошо были оценены Еврокомиссией. Но почему так важно вступление в конвенцию по общему транзитам и упрощениям? Моими глазами это не просто конвенция, потому что для того, чтобы вступить, надо было сделать такие домашние работы, которые обязательно надо будет сделать Украине, как уже кандидату в Евросоюз. Во-первых, были сделаны нужные правовые изменения, была внедрена IT-система, которую мы называем NCTS. Это от слов New Computerized Transit System. И, во-вторых, организационные изменения были сделаны в таможне, нужные структуры были сделаны, новые процессы были внедрены, например, управление гарантиями. В принципе, если сказать, если сравнивать с жизнью человека, я бы сказал, что Украина вступила в университет, сдала вот эти все экзамены, и когда уже человек закончит этот университет, он получит диплом, это значит, что уже готова страна будет в Евросоюз. Еще одна причина, почему NCTS. NCTS в контексте электронной таможни, это была первая электронная система в проекте, который мы называем электронная таможня. Это было где-то 20 лет тому назад. И IT уже много лет тому назад мы использовали как помощь для контроля бумажных процедур. Но все равно основной документ был бумага, как говорится, мокрая подпись, печать. И транзит с NCTS стал первым документом, где в законодательстве было написано, что первичная декларация – это электронная декларация транзита. И только в исключениях, если не работает IT-система таможни, если не работает IT-система предпринимателя, можно подавать и оформлять бумажный документ, бумажную декларацию. Еще одна причина, что на основе NCTS построена вся электронная таможня теперешнего Евросоюза. Использованы те же принципы, использована та же самая система SAI-связь для обмена данными между разными странами. И, в принципе, даже та же самая IT-архитектура, которая была использована с NCTS, теперь используется в ключевых других системах электронной таможни. Вот из-за этого я думаю, что очень важно, это очень-очень важный шаг. В Україні дуже багато надій покладають на створення митниці, адже от те, що ви кажете, є паперові і є безпаперові ці процеси на противагу, є запобіжниками фактично корупції. Коли, от ви кажете, що Україна нині як абітурієнт, який вже вступив в університет, а про скільки ж їй треба буде вчитися, 5 років, чи скільки часу займе, щоб в Україні з'явилася е-митниця? Очень хороший вопрос. И особенно мы не надо забывать, что мы говорим про Украину в контексте войны. В принципе, для внедрения всех нужных систем в странах Евросоюза
были предусмотрены большие сроки от 5 до 7 лет для некоторых систем. Но теперь я вижу, какими темпами движется Украина, и изменение таможенных законов, очень большой успех в этой сфере. Тот же образец, успешное внедрение NCTS. Я думаю, что от 3 до 5 лет это реальный период, за который можно сделать все нужные другие шаги в сфере законодательства, сделать все нужные IT-системы. Не надо забывать, что их не меньше 17, а может быть и больше. Значит, объем работы очень большой. И, в принципе, так как я оптимист, я думаю, что где-то в 2027 году в сфере таможни Украина могла бы быть готовой вступить в Евросоюз. Наскільки європейці, європейські країни готові підтримувати, тривало підтримувати? Ви кажете про 3-5 років, оцей весь період часу Україну в цьому переході і в зміні законодавства на європейське. І в чому це виявляється? Це тільки декларації чи це вже такі практичні дії? Дуже хороший вопрос. В принципі, если мы говорим про все, что нужно сделать, то в принципе есть все, что расписано в аннексе 15 соглашения между Евросоюзом и Украиной. В принципе, надо внедрить, надо поменять все законы, надо поменять все процессы, чтобы они соответствовали хорошей практике Евросоюза. Надо внедрить все нужные IT-системы. И, как говорится, в странах Евросоюза есть одно требование, что таможня каждой страны, она работала так, как будто это таможни всех разных стран, чтобы они работали как одна таможня, чтобы процедуры, таможенное оформление в Греции и в Финляндии были такими же одинаковыми. Вот именно на таком уровне мы и надеемся, что Украина будет готова. Это значит не только законодательство, не только IT-решения, но и хорошая практика стран Евросоюза, чтобы она была принята и использована в стране. И в этой сфере мы видим очень хороший успех. Я подчеркиваю, с NCTS сделан вот этот большой шаг. И мы готовы поддерживать этот процесс. И UFOPFM проект тоже будет продолжать все нужные мероприятия и поддерживать Украину в этом пути. А можно докладніше про ті заходи, які ви будете, практичні заходи, от ви кажете, що будете підтримувати, в чому саме це буде виражатися? Если говорить конкретно, так мы работаем в таких трех-четырех направлениях. Первое – это законодательство. Это значит, что национальные эксперты являются членами групп, которые пишут это законодательство в Украине. Международные эксперты, которых мы приглашаем из разных стран Евросоюза, делятся хорошей практикой, хорошим опытом, консультируют и объясняют. Второе – это IT-решения, значит, которые мы поддерживаем или экспертами, которые вместе с коллегами из служб, они разрабатывают нужные IT-системы, или мы финансируем контракты, когда уже контрактор под заказ делает вот эти системы. Третья сфера – это практические действия уже чиновников. Мы тоже делимся опытом. І ми вам дуже вдячні, пане Вітяніс, за те, що ви нас підтримуєте. Я дякую, що ви знайшли змогу доєдналися до нас і за вашу розповідь. Це був Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з питань митниці, заступник гендиректора Литовської митниці у 2016-2019 роках.